Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня расслаблять вас перед сном будет супергерой, девушка Капитана Америки. Возможно, вы не слышали обо мне, но хочу вам открыть один секрет. За каждым выдающимся мужчиной стоит его женщина, которая вдохновляет на подвиги и большие свершения. Поэтому фанаты Марвел, у Капитана Америки была девушка, которая прошла с ним через все эти испытания, но все время оставалась в тени. И в следующей части «Войны бесконечности» будет ее звездный выход. Она появится как персонаж Капитан Марвел или Капитан Америка. Это я. Приятно познакомиться. Возможно, те, кто смотрел фильм «Война бесконечности», чуть-чуть были удивлены концовкой. Вы заметили, что многие персонажи, которые нам дороги, которых мы с таким нетерпением ожидаем всегда на экранах, в конце умерли. Их убил Титан Танос просто одним щелчком пальца. Перчатка Таноса — это такой очень невесомый артефакт, особенно с собранными камнями. Вот, и я на самом деле могу понять ваши переживания, ведь видеть, как умирают любимые герои, это неприятно. Но я хочу вас успокоить, что все будет хорошо. На самом деле существует вторая перчатка, но вы, возможно, догадались, что руки две. Перчатки две. Так вот, вторая перчатка, не та, которая у Таноса. Вторая перчатка все это время надежно была спрятана у меня. И у меня было такое важное секретное задание спрятать эту перчатку так, чтобы никто не узнал и не мог ей воспользоваться до того момента, пока не наступит время. У доктора Стрэнджа был план, и он просчитал очень-очень много вариантов развития событий. И только один вариант, который приведет к победе над Таносом, этот вариант связан со второй перчаткой. Это перчатка с собранными, со всеми собранными камнями. Два из них я взяла сегодня. Я принесла сюда, чтобы показать вам два камня. Камень души и камень времени. При помощи этих камней мы сможем вернуть и воскресить всех умерших персонажей. И даже вернуть Гамору. Вы наверняка переживали в том моменте, когда Гамора была сброшена Таносом в такое ущелье и оказалась мертва. На самом деле, она один из моих любимых персонажей. И я тоже очень переживала, когда узнала об этом. Но потом я вспомнила, что камень души содержит души умерших людей. И при помощи этого камня можно не только убить человека, но и воскресить его из мертвых. Поэтому Гамора вернется, не переживайте. Это я точно вам говорю. А вот камень времени. На этот камень возлагают большие надежды доктор Стрэндж. Вот при помощи этого камня можно изменить ход времени, путешествовать во времени и опять-таки отмотать время назад, на тот момент, который нужно в том моменте.
можете внести правки, изменения и вернуться обратно во времени. Поэтому вы можете не беспокоиться за своих любимых персонажей. Мы всех спасем с Капитаном Америкой. И я вам хочу сказать, что раз уж вы знаете, что все будет хорошо, и Таноса мы победим, обязательно победим, теперь можно расслабляться. И давайте располагайтесь поудобнее, дышите глубже. Вас не так часто укладывает спать сама девушка Капитан Америка. Вот, но раз уж такое дело, то мы с вами постараемся и расслабимся максимально. А еще почувствуем приятные мурашечки. Самые приятные мурашечки. Смотрите, вот эти вот два камня, которые у меня есть, с них мы и начнем.
интересный проект, над чем сейчас работал Тони Старк. Возможно, вы заметили, что он очень усовершенствовал костюм Человека-паука и свои собственные костюмы тоже. Тони Старк, Железный Человек, он всегда вызывал у меня восхищение. Он всегда шел впереди времени, обгоняя технологии, технологический процесс. Вот. И он разрабатывал такие вот необычайные, очень-очень надежные костюмы. И в том числе ему очень нравилось, он очень поддерживал Человека-паука до того момента, как Человек-паук растворился с легкой руки Таноса. Так вот, Тони Старк сделал и для Человека-паука классный щит, которым можно убивать врагов. Но, к сожалению, Человек-муравей добрался и до этого щита тоже. Звучат коробочки, в которых мы родим эти щиты супергероев.
попрощаться. Я желаю вам самых добрых и приятных дней.